Первое советское атомное испытание состоялось 29 августа 1949 года на полигоне в районе Семипалатинска. Эти кадры впервые на экране. Они демонстрировались Сталину как подтверждение факта создания у нас атомного оружия. Где трагедия, отражающая трагичность всей ситуации в мире, где для того, чтобы сохранить мир, необходимо делать такие страшные, ужасные вещи. Лаборатория Игоря Васильевича Курчатова. У него работал молодой физик Георгий Николаевич Флёров, который вместе с Петржак открыли явление самопроизвольного деления урана. Государственный комитет обороны и Президиум Академии наук СССР поручают Игорю Васильевичу Курчатову создание атомного центра. Лаборатория Курчатова. И вот первая модель готова, вторая модель, третья, затем четвертая и, наконец, реактор. Люди работали в лаборатории чуть ли не круглыми сутками. На этой фотографии в центре помощник Курчатова Игорь Семенович Панасюк. Игорь Васильевич нажал кнопку аварийного сброса и сказал: «Атомная энергия теперь подчинена воле советского человека». Красная площадь 60-го. Мы вынуждены создавать оружие для боя, но куда радостнее нам взлет иных ракет, посланцев науки. Прибывали ракеты с заводов. Развеял миф о возможной безнаказанности любого агрессора. Гром советских ракет вновь, казалось, звучал в этот день, как салют народу-победителю. И как салют в память о тех, кто в мирное время совершил воинский подвиг, кто отдал первые удачи. 7 ноября 1957 года. Впервые на Красной площади советские стратегические ракеты.